вечер, уважаемые коллеги. Начинаем пресс-конференцию, посвященную матчу Сочи-СКА. Главный тренер, игравших сегодня команд, вашему вниманию, Сергей Александрович Зубов, наставник армейцев. Главный тренер сочинцев Вячеслав Геннадьевич Пусаев. Попросим тренеров подвести итоги матча, после перейдем к вопросам. Сергей Александрович, вам слово. Хочу поблагодарить коллегу. Хорошая игра. На самом деле будет сегодня зрелищная игра, на мой взгляд. Было создано очень много моментов. Игра была зрелищная. По игре тяжело входили. Конечно, чувствуется усталость, конец поездки. Наше большинство сегодня должно было сыграть немножко лучше в начале. Но нашли силы, и за счет гола в большинстве мы остались в игре и дожали. Я благодарен ребятам, что нашли силы и вырвали нужную для нас победу. Спасибо, Вячеслав Геннадьевич. Согласен с коллегой, хотел бы поздравить команду с победой, своих ребят с очком. Действительно интересная игра была, и в таких матчах решает все терпение, решают мелочи. К сожалению, на последние 5 минут третьего периода немножко этого терпения не хватило, за счет чего соперник смог использовать большинство. Уже в овертайме, так скажем, опять же, мелочи сыграли против нас в игре, в нашей игре. Тем не менее, бы хотел сказать, что очень большие вопросы сегодня по работе арбитров. Очень большие, поэтому считаю, что все-таки эти люди должны быть более принципиальными. Спасибо. Что ж, перейдем к вопросам. Пожалуйста. Вячеслав Геннадьевич, Сулаев Александр, из клуба хоккейного клуба «Сочи». Чем была вызвана замена Боролина после первого периода? Константин получил травму, поэтому в воротах доигнул втором-третьем периоде Шуки. Как общее физическое состояние? Может быть, не хватило чуть-чуть сил? Знаете, не могу сказать, все в равных условиях, поэтому здесь нам не то, что не хватило физических сил, а не хватило концентрации. Может быть, рано мы поверили, рано, так скажем, подумали, что мы можем забить еще, но в таких матчах, причем 2-1, нужно уметь играть, но на победу, на по счету.